Всем привет из Рима, и мы снова на станции Термини, на железнодорожном римском вокзале. И мы направляемся сегодня в аутлет Кастель Романо. Много раз меня о нем спрашивали, и сегодня в этом видео я вам его покажу. Сейчас нам нужно выйти на улицу Виа Джиолетти, 48. Поворачиваем налево и идем до номера 48, Виа Джиолетти. 48. Вот здесь 16. Нам надо до 48. Мы продолжаем идти вдоль станции. Значит, вот такой вход. 48. Мы ждем автобус. Как и любой бас-шаттл, все очень организовано. Приходит организатор, который выстраивает всех людей в очередь. Кому необходимо купить билеты, покупают на месте. Кто-то уже купил онлайн. Вот мы выезжаем из города, проезжаем Колизей. Дальше в кадре будет Колизей квадратный, Муссолини. Кастель Романо – это дизайнерский аутлет, где представлено больше 150 брендов. Некоторые люди любят делать шопинг в аутлетах. Я еду туда второй раз за 5 лет жизни в Риме. Вот мы наконец-то подъехали. 40 минут занимает дорога. В автобусе были. Люда, кто сидел в автобусе? Давай рассказывай. Русские и китайцы. Русские и китайцы. Как и в любом большом коммерческом центре торговом, есть план, где вы можете посмотреть, где находится тот бренд, туалет, который вас интересует. Даже есть маленькая сартория. Такси. Вот он. Так, Майкл Корс, но мы идем сразу в Фурлу. Да, вот она сразу встречает нас, Фурла. Люда хочет Фурлу купить. И все время добавляет, или кочанель. Ну вот. Но цены я не буду смотреть. Какие цены? 229. Прикольно вот это. Вот удобно, что цены сразу указаны. Вот много. Лучше уж тогда Фурлу. Сто девяносто девять. Красивый. Мне понравился вот этот кейп. Красиво вот. Спасибо. Это вот. Да. Пончо. Сколько он стоит? Давай посмотрим на цену. Кроссовочки хорошенькие. Классно, да.
бренды здесь представлены. Долго я не буду останавливаться, можно на стоп нажать мне просто. Уютная такая аутлетская деревенька. Патриция Пеппе. Все очень удобно и понятно здесь организовано. Я забыла сказать, что билет стоит от вокзала Термини туда и обратно 15 евро на человека. Вот, поэтому вы должны быть уверены, зачем вы сюда едете. Я не езжу в аутлеты, это второй раз, и то я приехала за компанию. Ну что, поздравляю с покупкой. Ну он такой. Здесь пальто есть. Я приблизительно показываю, какой есть ассортимент. Конечно, это не все, что представлено даже конкретно в этом бутике. И заходили мы далеко не во все, потому что время ограничено. Цены я показываю тоже не все, я не делаю здесь никакую рекламу. У этого аутлета есть сайт. Если вам интересно, заходите, смотрите. Да. Карла любит вот это блюмарин. Карла очень любит. Альберто Ферретти. Прогуливаемся, я показываю, как организован этот аутлет, какая здесь атмосфера. Видите, народу немного, мы в пятницу приехали, возможно, выходные, конечно, будет больше народа. Сегодня так. Так, это Starbucks. Есть. Интересно, почему здесь кофеварки?
Биолетти магазинчик есть. Люда пошла смотреть, сколько гейзерные кофеварки стоят. То есть это такой торговый центр под открытым небом. Здесь все очень удобно организовано. Есть бесплатный Wi-Fi, несколько баров, есть даже энотека. Представлены здесь бренды разного ценового сегмента. Здесь есть и косметика, L'Oréal, Pupa, магазины посуда, магазин посуды. Так, вот я показываю некоторые витрины. На каждом шагу барчики, можно сразу же обмыть свои покупочки. И здесь также некоторые магазины предлагают оформить tax-free при покупке на определенную сумму. Не могу быть уверена, но это 155 евро. Вот, видишь, не меньше, чем 155 евро. Вот этот бренд хороший. Купить обувь. Фротель. Он дорогой, Фротель Розетти. Дорогой даже тут будет. Тарелок 117 евро. Три монеты. Обычные. Круглые. Стоит 500 евро. Вот, я хочу вот такое. Классно, да? Угу. Вот это красиво. Элегантно. Очень. 493. Серики чашечки. Да, вот они. Видишь, я бы с такой чашечки чай пила бы. Давай стоимость покажем. 3 ложки я выбрала. А, нет, видишь, у нас разные, да, вкусы. Вот, мне вообще очень нравится прикольно. Стильно. Угу. Ну вот так наши все растерялись, да, в толпе итальянской. Не видно, что наших много, да? Чуть-чуть попадаются. Ты что-то загрустила, устала? Не-не-не. У нас сегодня поездка была. Расскажите, что вы покупаете в аутлетах, посещаете ли вы аутлеты во время ваших туристических визитов. А я с вами прощаюсь, увидимся совсем скоро и всем пока. Апресто.